Уважаемые жители региона, требуется ваша помощь. В целях оперативной необходимости сотрудники полиции устанавливают личности этих женщин. Посмотрите внимательно. Возможно, вы знаете их имена и место жительства. Всех, кто может сообщить необходимую информацию, просим позвонить в полицию по указанным телефонам. Возгорание автомобилей в Заволжском районе Твери. Установлено, БМВ подожгли умышленно. Пламя перекинулось на припаркованный рядом ВАЗ. Общий ущерб превысил 2 миллиона рублей. Это было осенью прошлого года. Все время шел поиск злоумышленника. 18 марта подозреваемый задержан. Им оказался 40-летний житель Москвы. 20 марта постановлением Заволжского районного суда города Твери в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что мужчина на фоне личной неприязни к знакомой, используя бензинозажигалку, поджег принадлежавший ей автомобиль марки BMW, пламя с которого вскоре перекинулось на стоящий поблизости ВАЗ. У следственных органов есть основания полагать, что арестованный совершал преступление не один, а в группе лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела продолжается.